Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем проходить DLC к Final Fantasy VII Remake. Под названием Intermission. Мы тут остановились на том, то что ходик искали. Главное завалить, потом запинаем. Совсем другое дело. Так, тут мы немножко заблудились. Нам надо понять, куда нам идти. Так, здесь вот мы уже убивали этого дядю робота-то. А, там, кстати, дверь была. Чё, почему, как я в нее не попал? Как же так вышло? Такого тут пацанчика в броне. Это похоже босяра будет. О, ну-ка, что-то новенькое. Ой, где там у нас? Давайте посмотрим. Палки-то у этого дяди. Что-то этих меньше, всего меньше, всем хуже. Что тут, кстати, вот боевой дух нацеливается на одного противника для увеличения урона. Бонус к мастерству. Прикончите врага во время действия этой способности. Тут все привлекает внимание слабого врага, пока Юфи не нанесет ему определенный урон. Ладно, сейчас, я думаю, менять мы ничего не будем. Так, теперь здесь нам надо потыкаться. Система второго уровня включена. Начать насыщение энергией мага. Опустить защитную решетку. Моя прелесть. Скоро ты станешь магом. Моя прелесть. Доступ разрешен. И что у нас здесь? Секретное хранилище материи. Так, тут вокруг-то, если пробежать, ничего больше нет, да? Кстати, сейчас зеленый свет горит. Уже можно вызывать, наверное, да? Так, нет. Это ради эксперимента сделали. Личность сотрудника подтверждена. Доступ разрешен. Вместимость ограничена одним субъектом. Следуйте к воротам, чтобы начать тренировку. Тренировка? Серьезно? Просто отдайте нам то, зачем мы пришли. Может, стоит попробовать. Найдется что-нибудь полезное. Просто. Будь осторожнее, ладно? Так. Ну, давайте запустим, что. Цель-то такая же, как и в секторе 5. Разрушите как можно больше ящиков за определенное время. Каждый ящик увеличивает количество очков, но как только время истекает, игра закончится. Чтобы выиграть, необходимо набрать определенное количество очков. Прочность и эффект и количество очков зависит от типа ящика. В этой тренировке есть два типа ящиков. Оранжевые ящики с изображением меча более восприимчивы к физическому урону, в то время как фиолетовые с изображением волшебной палочки более уязвим к магическому. Так, тушайте красных ящиков, добавит дополнительное время. Давай поедем. А у меня магии-то нет, блин. Like this! Tap! You're going down!
Да не те вот эти бей, блин. Да тут... Да куда ты, ну? Да, блин, наводишься не туда, куда надо. Ладно, 12 тысяч нам хватит. Материи всякой надавали, всего надавали. Еще как бы надо дальше еще участвовать. Разрешен. Вместимость ограничена одним субъектом. Следуйте к воротам, чтобы начать тренировку. Так, теперь надо сколько? А, надо максимум-то 20 тысяч. Да нет, спасибо. Мне хватит. Куда мне идти-то надо? А, нам в центр вообще надо попасть. И стоп, мне этажом выше, то есть еще выше надо подниматься. Никто не может есть. Как я рада, что ты здесь. Это так помогает. Знать, что ты не одинок. Да, мне тоже. И крепкие у вас зубы, ребят. Ага. Кажется, я нашла способ перебраться. Хорошо, за дело. Изи, блин. Yeah.
Глянь-ка на это. Определенно, что-то очень важное. Это она. Давай, детка, иди к мамочке. Ничего не видать. Свет, свет, нужно больше света. Так, больше света. Света много не бывает, да? Так, ах ты. Так, я пришел. С той двери, значит, в эту нам надо. Система третьего уровня включена. Начать насыщение энергией мага. Опустить защитную решетку. Вот это другое дело. Уловите нас, дорогие сады, смотри. Да блин, очередная пустышка. Что, оху? Два гопника. Немцы шли за материей, а не этими придурками. А, блин, так подофига отнимают, ай да, все по мне, блин. А, блин. А он что делает? Нанесите высокий урон бесчисленным ударами посохом. Айда мы. Итак, ты выяснил, что им нужно. Мы полагаем, да, на 100% не уверен, так как ведут они себя. Странно. Но, похоже, они ищут материю. Что, прости, хочешь сказать, что эти дикари устроили весь этот хаос из-за материи? Насколько мы можем судить, да. Как скучно. Как бы то ни было, мне стоит с ними поговорить. Я надеюсь, вам весело. Испугалась обычной голограммы. Какая прелесть. Но я знаю, что вам нужно немного расслабиться. После столь долгого путешествия. Вы наверняка так напряжены. К счастью, у меня есть игрушки, куда интереснее, чем были до этого. Чего ты хочешь? Дорогуша, разве так разговаривают с хозяйкой? Но вы же гости, в самом деле. Поговорим о том, что вам нужно. Это что-то ждет вас впереди. Поторопитесь, не заставляйте меня ждать.
Прикольчики, конечно, тоже такие. Фирменные японские. Мы будто лезем в ловушку. Ну, девчонка, ничего. Лучше и не скажешь. Эфира-то вообще мало. А, магии-то, в принципе, мне только на лечение и пользоваться. Так-то бы, конечно, мне не мешало бы какую-нибудь магию поставить, на самом деле. Сканирование на всех работает. Вместо чего ставить? Ладно, короче, ничего мы не будем менять, будет хиллер у меня. Добро пожаловать на самый совершенный испытательный полигон. Здесь мы выжимаем все соки из нашего вооружения. Подобные испытания – важнейшая часть процесса разработки. Идите, взгляните, где творится волшебство. Запуск тестирования вооружений. Выберите тип вооружений для испытания. Так, надо купить, наверное. Эфиров-то этих. Пожарным надо записаться. Выбор подтвержден. Запуск процедуры развертывания оружия. Анализ завершен. Продолжение испытаний. Выберите тип вооружений для испытания. Выбор подтвержден. Запуск процедуры развертывания оружия. Ну, тогда мы туда поехали бы, да? Площадки для теста. Тест начнется через несколько секунд. Опять этот бензопила мешает. Начало. Готов?
совместная атака. Анализ завершен. Продолжение испытания. Выберите тип вооружения для испытания. Глаза. Что за танчик? Выбор подтвержден. Запуск процедуры развертывания оружия. Давайте посмотрим, что там такое. Раканчики какие-то. Начало анализа. Держи! Там такая грубая форма. Это сканирование. Ну все, понятно. Так, грабеж. Обокрасть врага при атаке можно использовать в воздухе. Давайте грабанем кого-нибудь. Что-то это самые личные были. Анализ завершен. Продолжение испытания. Выберите тип вооружения для испытания. Что-то какая-то прикольная штука. Выбор подтвержден. Запуск процедуры развертывания оружия. Таких еще не видел. Последнее тесто. Ну, пошли на последнее тесто. Запуск процедуры развертывания оружия. Последнее тесто. Испытатели приближаются к площадке для теста. Тест начнется через несколько секунд. Последнее тесто. Начало анализа. Ух ты, сволочь. Последнее тесто-то что-то... Ну, последнее тесто. Похоже, я недооценила стойкость ниндзя. Похоже. А как насчет точно, старушенция? Вы в Утайцеи такие дерзкие. Но давайте посмотрим, как вы справитесь со следующим испытанием. Уверяю, вы будете в восторге. Для наших гостей все самое лучшее. Заходите, как будете готовы. Хильнуться походу.
Опять я, короче, я думал, не будет такой штучки. Ее дали. Ладно, что-то тут. Какой-то босс ожидается, видимо. Мега супер крутой. Надо на всякий пожарный написаться. Где это вы? Эта штука. Она ведь не работает, верно? Очень на это надеюсь, босс. Наконец-то нас удостоили своим визитом лучшие из лучших. Скарлетт. Вы превосходно выступили. Хватит корчить из себя хозяйку. Мы знаем, что ты нас боишься. Неужели? Но может и так. Чтоб ты знала, там, откуда мы пришли, еще полно таких. Ты даже не услышишь, как они придут. Только представь, целый клан ниндзя у тебя на пороге. Чик-чик-ха. А боже, нужно срочно что-то делать. Ничего не поделать. Не говори так. Может, хотя бы дашь нам шанс. Ой. Что за? Позволь представить. Инновационная боевая дрона семья. Разработанная вашей покорной службой. Вы запомните эти мгновения на всю жизнь. Все оставшиеся 30 секунд. А если... Вот так у него уж половина я знаю. Что она там запоминать-то собралась? Ай, блин, что-то тут. Это проблема у нас, по-моему. Тысяча иголок, ну-ка. А, он иммунен, что ли? Блин, зараза. Ну так нечестно. А что он еще умеет? Только тысяча иголок, блин. Какой-то дурацкий кактус. Твое жульничество, на тебя иголки не действуют. Простите за это. Ой, какие... Ой-ой-ой. Щит. You're not getting out of this one alive!
Ой, а хорошо-то. Танец дракона давай. Как тебе, тетя? Можно было догадаться, что привет не сходится. Нужна серьезная модернизация. Приветик. Приветик. Гопочки. Вот ты мой, даже повернулось колесо фортуны. Ну что, негодники, гордитесь собой. Ты что делаешь? Кнопочка, блин, на чресле. Че это, кто такой? Выспался? Вайс, вот это сюрприз. Чем обязан? Эти идиоты хотят сделать мою цифровую копию, а я великодушно согласился. Все готово. Переношу. И когда же до Синра дойдет? Тебя невозможно скопировать. Им давно пора это понять. Ну что, ждешь не дождешься? Еще как, давненько я не охотился. Что ты сделала? Говори. Директор, блин. Вот так принято в Бутае. Вы просто... Тиски больше по ушари мозга, блин. Довольно, Санон, я сама. Ладно, леди, ближе к делу. Говори, где вы прячете новую материю. Вот только дурочку из себя не строй. Мы знаем, что вы создаете нечто очень мощное. Ну и ну, видимо, у Бутае очень хорошие разведчики. Или среди нас завелся кровь. Что это? Пойду проверю. Ладно, подожди. Ты права, мы действительно создаем совершенно новую материю. Однако она еще не закончена. Ну да, конечно, думаешь, я совсем дурочка. Какой смысл мне лгать? К сожалению, это именно так. У других планов приоритет повыше. Каких планов? Ну, только между нами. Мы с коллегами собираемся сбросить плиту на трущобы сектора 7. А всю вину свалим на лавину и бутай. Не поняла. Вы сбросите плиту? Нет. Что за... Ох, дорогуша, похоже, мой друг Ник неприятный. Не хочешь спасти его? Поторопись. Сказала кое-что еще. Они собираются сбросить его на 7. Что сбросить?
Плиту на трещобах. Как-то так. Верхний сектор. Погоди-ка, то есть же Цезарь не брал? Это плохо. Да, и блин. Все кончено? Почему-то я сильно сомневаюсь. Ой. Это где это? Хочется туда возвращаться, но, полагаю, у нас нет выбора. Блин, у Square Enix, конечно, эти... Такие вот катсцены с боевками классно сделаны. Тут больше ничего нет. Похоже, что нет. Ладно. Пора, так сказать, в путь. Да открывайся ты, дурацкая. Дело плохо. Дверь не поддается. То есть мы в ловушке. Остальное на твое усмотрение. Это значит, сейчас мы обойдемся без страданий. Нечестно.
Это что такое? Болевой порог минимальный. Готовлю дополнительных бойцов. Да откуда лезут эти дыры? Как же хочется заткнуть эту дыру. Так помогай давай, перлитый! Болевой порог минимальный. Готовлю дополнительных бойцов. Ну, локальность. Я решила, что мы много Болевой порог минимальный. Готовлю дополнительных бойцов. Ладно, подключим обычно. Где-то неподалеку должен быть проект. Если удастся найти меня. Вот. Исчезло там. Дядя, мама мыла раму. Так, это кого? А, я в забу что ли превратили, блин? Ай, блин, мы опять в жабу превратились, получается. Ай, блин. Что ты будешь делать, блин? На сканирование, кстати, сделать. Сечение правой конечности ослабит его. И делает уязвимым к ошеломлению. При атаке по частям тела, окутанной туманом, он... И нельзя почитать... А, он к... контратакует взрывом, блин. Так, а этот где? Дядя там? Там еще один был? А, нет. Так! Пацик, ты че встал, блин?
давай уже свалим отсюда. Ну, свалим. Только сперва это. Посидим. Ой-ой. Как нам надо отсюда выбираться? А, через верхнюю дверь, похоже, если она откроется, конечно. Она даже открыта. Ну, видимо, мы скоро узнаем. Вряд ли нам хотели помочь. Ой, а вот и он. Испытуемые на месте. Приступаем. Запускаю полевое испытание цветом, сэр. Давайте поиграем. Зрачки такие еще у него. Вертикальные, блин. Санон, помоги. Так. Да блин, он взял, убежал, блин, падла. Блин, капец он наваливает. У меня его мурал. Да-да, не горико. Да, блин. Ну, что-то ему зашло. Зафиксированные аномалии. Программа управления. Протокол сдержан. Как вы посмели? Как посмели встать у меня на пути? Прощу, наверное, хотел сказать. Итак, на чем мы остановились? Да хера знает, что-то мы тебя вроде убить хотели. Так вот ты достал, блин. Каждый раз, когда мы тебя хотим навалять, ты... постоянно, блин, убегаешь, блин. Не хочешь,
Вот так вот нормально. Больно, брат, как же больно. Это плохо. Согласен, бежим отсюда. Ладно, ты достал, блин. Ай, да бля, ой-ой-ой. Чуть-чуть осталось-то. Ой, блин, господи, сколько спецэффектов-то от тебя валится? Ой, уменьшается резко, ай. Еще не готова. Позвольте мне исполнить миссию. Ну нет, это оттуда. Давай, Рама, помогай. Тащи. Поэтому какую-то молчанку какую-то накинули, он ничего делать не может. Так, кража. Вообще просканировать его. Нечитаемо, блин. Иммунитет ко всему. Член элитного отряда Дип-раунда. Известный как Цветки. Также известен как Неро Замогильный. Блин. Да, фамилия у него, конечно, соответствующий. Он способен управлять мраком, оскверненной энергией и поглощать с ее помощью все, что стоит на пути. На крутой дядя. Бля, мы его так не победим ведь, нифига. Так хоть маленечко зашел. Ой, бля, у меня жизни-то не осталось. Да бля, он достал, блин. Его нельзя атаковать сейчас, что ли? Ой, блин, все плохо. О, трёшка хоть ему зашла. Я должен больше не знать об этом. А вот у нас нет. Дважды повторять не надо. В
это класс. Не хочу портить момент, но нам пора идти. Но я так устала. Могу взять тебя на руки? Ладно, ты победил. Шиш. Шиш. Ага. Защитить решил. Да. Крутой дядя, убей, не бей, он не умирает. Ефи, ты должна идти дальше. Вообще таким голосом там сказал. Нет, прекрати. Санон. Сколько у него ножей-то воткнуло? Сестренку стрелял, увидел. Ништяк. Орешки что-то они вообще любят, да? Черт. Трогательный момент. Даже слезу можно пустить упую, как минимум. You asshole! I'm not a kid! I'm not your son!
Ну так а что, было бы лучше, чтобы обоих убили, что ли? А, уже воронили, что ли? Да. В общем, там и это, и парня потеряла, и... И тут не успела, что-то, да. Да, девочка, не твой сегодня день. Неплохой DLC, сразу могу сказать. Эксклюзивно для PlayStation 5 и ПК, блин. Это уж 5 PlayStation реально нечего предложить, блин. Раз так делают. Не, ну есть, конечно, там неплохие эксклюзивы, но не так, чтобы там... бросать все и бежать. Don't think I can do this alone. The amazing Yuffie wants you. Join her team and the sky's the limit. Так, в общем, на этом DLC, ребят, заканчивается. Оставляю вас с титрами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Также на другие мои ресурсы. Соцсети и так далее. Ссылки в описании видео и шапки канала YouTube. Также, если кого-то мало ли заинтересует, акция весенняя распродажа, там по ссылке в описании можете посмотреть товары и по моему промокоду получить скидку дополнительно. Тем самым вы поддержите канал. Ну и себе что-то, может, присмотрите. Hey, Barrett. Were you really walking the whole way? А тут нет перевода. Calm's still pretty far, though, isn't it? Another full day, give or take. Question. When Mom says a full day, she means from the time you get up in the morning till the time you go to bed. But for me, it means from the time you get up in the morning all the way through till the time you get up the next morning. So, which is it for you? Gotta go with Elmira on that one. That's a relief. Is it, though? Cloud, bet you've had to hoof it from sunup to sundown tons of times. This is all just same old, right? That's right. But even so, we're all gonna need to stop and rest. Especially you. Yeah, yeah, I know. Anyway, marching into the unknown ain't easy. But don't worry, because I'm here to lead the way. That's comforting. Of course it is. All right, everyone. Let's stop here for a minute. Leader's orders. Now breathe in that fresh air. Ой, он воняет что-нибудь. Actually, scratch that. Назад оглянулся там, это гордо. Let's save it for later. When we're not so close to Midgar. Guess this is goodbye, City of Mako. Ну такая это, к продолжению еще отсылочка получается. Кстати, с героиней вот этого DLC они впоследствии-то встретятся. Она членом команды станет. Ну, пати, так скажем. Like this? Yep, just like that. Cool. Ну, а тут, походу, машин-то дофига ездит. Ты вот так вот встань, да? Там у тебя больше шансов. No way! A car! А сейчас хер вам. А, у него побочные задания надо было выполнять у этого чела в основной, ну, в основной компании. И что он так их подвести-то не хотел? А, ну у него цыплята, блин, тут. Чекобы этим.
Эти в салоне едут. What is it with these damn birds? Sorry about that. No need to apologize, ma'am. Здесь не радиоактивный. Where's a roof when you need one? Gonna be okay? Should be, but weird. My stomach's in knots. That's its way of telling you it's hungry. Let's move. Сколько воды утекло, а? Ну да. Long time no see. Ленька, не виделись. Так, подготовлюсь. Как поживала? Репетирую. Listen. Послушай. Hey. Привет. I'm back. Я вернулся. Ой. Фига тут. Все плохо. Эрис?